Вопрос о закрытии поликлиники в поселке Советский вообще не поднимался и не поднимается, и в ближайшие вообще, не знаю, долгие годы даже, можно сказать, не будет подниматься, потому что поликлиника работает, в поликлинике работают службы, вот, и сейчас мы принимаем все меры для того, чтобы укомплектовать необходимым количеством специалистов эту поликлинику.